Друзья мои, всем доброе утро. Так, сегодня какое у нас число-то, уже забыл. Сегодня 10 апреля, суббота. И я, как обещал, еду на лесное озеро, да, завершать этот зимний сезон. Так, ну, до озера еще чуть-чуть надо проехать. Вот такая вот дорожка к нему. Спасибо, да, друзьям из Акуловки подсказали, что лед как бы еще здесь есть, тем более были тут морозы небольшие, потому что на больших-то озерах все-таки льда уже как бы, он как бы есть, но он уже, блин, все, забереги, мягкий. Так, ну я так понимаю, где-то мы вот уже сейчас приедем, по-моему, вот оно и есть. Это озеро не широкое, в отличие, ну, от других озер, то есть оно как бы высокие берега. Ну вот видно, да, здесь снег, потому что там проезжал, но там уже озером все. Так, ну я надеюсь, это еще наше озеро-то. Ну да, вон там ребята сидят. Один человек вижу. Посередине там, говорят, ручей. То есть там как бы тоже особо ходить надо тоже осторожней. Так, ну, кстати, машина дальше еще поехала, да? Ручеек течет. Ну, такой ручеек классный. Эх, места. Ну да, вот ручеек вытекает, а там как бы надо нам пройти аккуратненько. Так, ну не знаю, может машину-то убрать вот сюда. Чего тут у нас? Ну все, друзья, собираемся сейчас и идем. Так, а ребята, вот, кстати, ну сейчас вот приехали одни, поговорили, но говорят, похуже стало. А ребята еще туда едут, но там цепь озер, но мне как бы сказали про это, поэтому уж дальше не поеду. Ну все, собрал, булт, короче, как-то у меня вот так вот, потому что болт сломило здесь. В общем, вчера этот... Ставил штифт новый, пока вот так болт у меня только один в машине оказался и длинный. Пришлось через гайки, да? Люди, короче, дальше едут. Не знаю, что там. Либо там решили, что тут много народу, может быть. Так. Все, машину закрыл. Ребята прошли. Единственное, говорю, это... Сказали, надо идти к противоположному берегу, блин. Ну, прогуляемся, что. Тут посмотрим. Ну, видали, тут снег, короче, он даже не оттаял еще. То есть там проезжали, там, блин, везде забереги, черный лед. А здесь как бы высокие берега. Ночью еще сейчас и подмораживало. То есть тут лед вообще без вопросов. Только что вот заход. Как бы и все. Ну посмотрим, сейчас посмотрим. Тут вот какие-то лунки есть, все-таки, я думаю, прогуляемся сразу. Потом пойдем в обратную сторону. Ну вот он, обещанный ручей посреди озера, как бы. По берегу его, естественно, пересечем. Сейчас посмотрим, что тут за ручей.
Такой ручеек классный вообще. Так, я, наверное, его там пересеку. Это что-то через кусты. Ну, хорошо, не глубокий, как бы. Так. Сейчас вначале бур перетащу. Так, ну все, переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Там до ручейка, смотрю, прилично и холодно было. А, ну хотя и здесь вот тоже есть. Но я думаю, мы, наверное, отсюда и начнем, ребят. Как бы это. Ручей есть ручей, будем двигаться. Надо смотреть, что тут вообще. Так, ну что, смотрим лед. Блин, крепкий лед, замерзший. Ну, не очень толстый, как бы, да. Не очень толстый, но как бы хороший. Так, ну, друзья, чё, глубина, короче, больше, чем на рыбинке, как я ловил. Ну, не 7, естественно, сейчас этот. Ну, 4 метра, короче, где-то. Да, 4. Сейчас спущу пониже. Какая-то маленькая рыбка вот тут сверху плавает у льда. Внизу как бы ничего нет. Все, ну, начну с сороковки. Ну, конечно, глубина уже нормальная. Я думаю, надо бы уже, наверное... Блин, еще не ту поставил. Да, перевяжусь, пожалуй, я на эту, наверное, на побольше марапетку. Да, для сороковки это 4 метра, это, конечно, круто. Вот 48-я нормально. Так, ребят, что-то есть. Вот такой окунек первый. Небольшой. Ну, тут, короче, вот эта марапетка. Ну, что, у меня серебристая осталась одна. Естественно, не успела я после рыбинки сделать. Ух ты, блин, да, это, конечно, крутовато для него крючок. И тут крючок, ну, зато, блин, если говорят, есть крупный окунь, блин, зато вот он, крючок на крупного окуня, блин. Он спускается, окунь. Видно, вот, вот он идет. Ветерок тоже дует, он елочки качает. Так, кстати, вот это, ну тут понятно, вот это вот бровки интересные, тут, наверное, ручейка там, блин. Ручей так-то течет, блин. Можно вот сюда, наверное, просто влиться. Сюда, да, вот сюда, вот тут, наверное, такая бровка будет, блин. Мужики, один на морожку ловит, а тот, наверное, на блесну. Пробует. Ну, надо, может, туда куда-то идти, да, что-то я тут пока... Пока у ручья не вижу ничего интересного. Там тоже особо ничего не лото, какая-то рыба стала повыше, кстати. Ну, либо малек, либо какая-то рыбка. И ушла. Плавает, видно. Может, типа платички какой-то. Ну, в блесну упираться пока не буду. Буду ловить на марапетку. Чё? Может, медную еще поставлю. Как бы торпедка есть. На торпедку. Ну и можно 55-ку тут, в принципе, пробовать, на если бы еще поглубже уйдем. Решил поближе к берегу, тут, ну, совсем мелко. Оба, ребята, поклевка хорошая. Какой, смотрите, какой красавец. Вообще, да?
Вот это красавец, посмотрите. Так, ударил нормально. Ну давай ты, друг, чего ты? Фига, крючочек, да, блин. Крючочек этот, блин, ни от кого не... Я, кстати, видел сразу что-то такое сверху было. То есть я блесну спустил, блин, посмотри, какой он красивый-то, а. Не, как бы и не черный, блин, ну просто обалдеть. Так, давайте фотку сразу сделаем, фиг с ней, с рыбой. Так, я хочу набрать, наверное, канистру и в канистру их сажать, пусть живут пока. Может, мелких поймаем, так потом всех вместе отпустим. Одного как бы отпустили, да? Понятно, нам канистра не для этого. Не для живцов, как многие подумали, наверное. Ну, этого-то возьмем, что. Скоро уже все на дачу. Там коптилка. Вот и воду можно им менять. Так, ну можно вдоль берега, наверное, как бы. Мне тот берег, ребят, нравится. Но, блин, тут ручей, я не знаю, где он выходит. Там как бы лед-то уже темный. Рисковать-то тоже, блин, как бы так, да, не хочется. Как бы, блин, темный лед есть темный лед. Тут-то он как бы сверху-то вообще нормальный, а вот потом-то с пол воды-то идет так себе. Все-таки вот этого окуня я сразу увидел. Ну, такой какой-то прям реально активный. Может, конечно, рыбы немного. Но мелких мало, это хорошо. Тогда вот они как бы, значит, крупные растут окуни, блин. И вот этот это уже показатель, блин. Ну, я точно знаю, что здесь крупные окуни есть. Мне об этом сказали. Сказали, что клевать, похоже, стали. Но как бы они никуда не делись, блин. Так, ну, ребят, что... Перешел, тут вот какие-то лунки старые были. Ну, имеется в виду, они, конечно, я тут заново их бурил. Пообедал или позавтракал, что там я сделал, не знаю. Пока ничего как бы нет тут. На глубине половил, сейчас вот пришел в берег. На глубине половил там на кривую. Ну, на 6 метрах на марапетку, на 9, естественно, там на тяжелую блесну. Все, пробую вот у берега. А, на скольки там вот мужики, и на скольки вот вообще клевал окунь. Ну, я думаю, он, скорее всего, крупный окунь на глубине здесь клюет. Мужик-то вот мормышечник пришел, там пару каких-то достал. Ну, наверное, небольших, хотя странно. На такой глубине, что там за небольшие. Может, плотва, конечно. О, люди летят. А главное, а дальше кто-то еще. Не могу понять, кто. Типа гусей, что ли. А может, тоже лебеди, просто далеко они, да. Привет, ребята, с весной вас. Летят перелетные птицы, да. Ох, тучки-то, да, тучки-то резко идут, резко. Так, ну, короче, не знаю, что делать, как бы. Ловим. Двух сразу поймали, да, на том месте. Зашел тут в корягу, в березину. Какая-то рыбка небольшая стояла повыше. По-моему, и видно что-то было такое, всплеск. Либо это коряга там в толще, не знаю. Без движения, да, эта рыбка. Так, не, ребят, это небольшая рыбка какая-то сейчас вот. В толще-то не знаю, что, а вот это точно какая-то рыбка у меня. А тут вообще в берегу видно, да, вот эта береза лежит, вот она. То есть там поглубже, вот какая-то хоть
Какую-то я рыбу увидел, блин, которая к блесне подходит с тех пор, как мы поймали. Но они большие, они, конечно. Но не клюет. Возможно, надо что-то поменьше поставить здесь. Ну да, вот движение какое-то есть. Не сильно. Опа! Есть, ребят. Ну да, я говорю, вот такие, я так и думал, что это вот такие вот окушки. Блин, берут-то хорошо, видели? То есть видели рыбу в эхолот, как бы, ну и получили поклевку. Там то же самое было, почти сразу. Но это чуть-чуть, как бы, да, посмотрел все-таки, блин. Ну и крючок крупный, да? Сейчас, наверное, сороковку сюда поставить. Но тут тоже глубоко еще. 2 метра, блин, 2 с чем-то, потому что еще бровка. Ну, вряд ли вот здесь, да, конечно, есть крупный. Хотя, блин, фиг знает, говоря, там глубина, блин, он серьезная. Если крупный просто стоит на глубине, блин, это да. А если как бы он может плавать, что-то есть там, другое дело. Берут так хорошо, не раздумывают. Тык, блин, поклевка. У всех трех, ну кроме мелкого там что-то вот первого. Потому что там глубоко все-таки было. Поклевки хорошие. Не пойму, есть еще рыба-то? Что-то в толще, но это, наверное, типа микрокоряги. Так. Ну, вот сейчас... Блин, неужели одиночный был? Икарный бабай, что с рыбой-то здесь? Да, ребят, походу, одиночный. Вот он один подходил. То есть одиночные окуни и так забирают. То есть, блин, по идее, сейчас попадешь на какую-то стайку и поймаешь рыбу, блин. Я не знаю. Может, это... Может, стая тут рядом стоит под этой березой, блин. Подходит один. Ну ладно. Рыбка какая-то есть уже. Хорошо. Просто где вот этих, куча этих мелких окуней, ну и где-то там сколько-то и крупных встречается на другом моем лесном озере. Там, конечно, я думаю, лед не держит. Это все-таки поуже, слишком высокий здесь лес. Там тоже, конечно, лес есть, но там болото и ручьи, блин. Там, я думаю, все размыто, блин. Опа, ребят, хорошая поклевка. Это уже покрупнее рыбка. Это щука, наверное, ребят. Ну давай ты, бляха-муха, ребят, опять, блин, сход, а. Что-то у меня с крупной рыбой-то не везет. Хорошая, но это щучка, скорее всего, была. Блин, обидно, ребят. Ну, если щучка такая небольшая, 1/2 кило, наверное. Как-то заходила, блин. Лед мягкий опять, видно, не заглотила. Что мне в лунку-то их не ввести, я не знаю. Крючок уже мощный, но уже некуда уже мощнее, блин. Но уже, если глотает, так все, блин. Скорее всего, щучка, да, щучки, наверное, тут тоже есть. Ну, 1/2 кило такая. На окуня не похож. В общем, щуки... щуки продолжают меня вымораживать в этом году. Не поймал, где тут получается, ну, берег сразу, то есть сразу, тут нету мели. Тут получается сразу обрыв. Два метра, вот, берег рядом. Глубокое озеро. Опять та же система, то есть получается, довел ее до льда, тройник у нее торчал, ну то есть тройник воткнулся в лед и все, соответственно, она рванулась, блин, и все. В
все дела. То есть, ну, единственное, да, что-то, конечно, хорошо бы ее сразу в лунку вводить. Ну, возможно, нос-то я и ввел, а тройничок был ниже, и все. Обидно, досадно. Ну ладно. Поклевка это уже хорошо. Так. Так, что-то у меня 4 метра стоит. Надо все-таки поменьше. Так, ребят, напоминаю, а то бывает спрашиваете. Режим флешер, да. Ручная глубина, то есть не в автомате. Вот сейчас смотреть можно пока на лес красивый. Склон тут, конечно, хорош, блин. Можно в глубину еще просверлиться от этой березы, в принципе, тут хоть мы какую-то рыбу поймали. Ну вот и мужик той вот елки поймал, я видел. Вот вдоль всего берега он шел, я не видел, чтобы он там ловил. Вот у этих он тоже сколько-то поймал. Пару штучек поймал. Может и больше. Я думаю, тоже таких небольших вот окуней. Так, какой у нас план? Я бы, конечно, говорю, хотел бы как-то к той стороне вот... Вроде вот там вот в заливе-то, вот где мужики сидят поправее, вот там-то нормальный лед. И там коряги тоже вроде как должны быть. Я просто вот говорю, я хочу как-то прижаться к берегу, к этим корягам, вот полавливать, допустим, таких вот окушков там, и как бы... И в глубине, да? То есть на бровках и на глубине вот периодически ловить, блин. Понятно, можно сейчас сесть на вот эту яму, как они, и ждать этого окуня большого, ну. Тоже хорошо, конечно. Ну вот, небольшого. Может, поймал, вот, который на блесну ловит. Поймал небольшого. Ну, такого небольшого. Но видите, он на фарватере у них там клюет. Может, он тоже на мормышку пересел, не выдержал. Не знаю. Может, там банка. Банка-то, конечно, здесь вообще идеально, блин. Ну, сейчас елку эту обловим, посмотрим. Может, дойдем вот до той елки вдоль берега, как планировали, и за них там зайдем, посмотрим на глубину. Вот тут лунок много, кстати. Ребят, тут надо просверлиться тогда, наверное. Че тут на них набурено, блин, везде лунки. Лунки, лунки. Вот тут лунок много, кстати. Ребят, тут надо просверлиться тогда, наверное. Че тут на них набурено, блин, везде лунки. Лунки, лунки. Ну так и холод. А, холод? Да. Ну что там у вас? Да, ну там мелочь, он дрыгается изредка. Да что-то там тоже, блин. А здесь-то что, не шевелило? Здесь нет, а в одной там коряге, он в той, где вот эта березина. На крыбу-то показывает. Да вот где показывал, там поймал 3 окуня и щучка одна там на полкило, наверное, убежала. Все. Здесь-то вот мелочь какая-то есть. Но на блесну так дерябнуло и все. Что-то как-то кисло, блин.
А там-то вот тот-то берег хреновый. Ну там мы в том году, в те выходные там заходили, с того берега, но сейчас, наверное, уже не зайдешь, там уже от берегов. Не, я имею в виду, если сейчас-то вот до этого камышика или уже хреново, не, наверное, да? Ну, сходить-то, наверное, можно, а на берег-то уже, наверное, не на берег-то нафиг. Я имею в виду, тот-то вроде похуже, а тут-то вроде нормально, да? Mm. Надо смотреть, короче. В те выходные мы там ходили. Mm. А вот это уже неделя прошла. Мелкопупой. Красавец. Пришел тут к бобровой хате, походу, блин. Там оно не все ободрано. Ну, вроде лед тут такой. Ну, берега-то понятно никакой. Я-то думал, камыш здесь. Тут, наверное, бобры живут, блин. Может, такой нет. Тут... Вон у них тропа, кстати, с леса такая проделана. А, насчет окуней. Ну, я тут отсюда просто и в этот, и в озеро, блин. Попробую здесь тоже, блин. Это интересные места, блин. Ну, да, у них тут... Место у них тут. Все тут кристаллы, блин. Да, тут уже такой на солнце, просто он морозцем подхватился, а так ледок хреновый. Ледок хреновый. Кстати, лунок-то много, недалеко, ну старых имеется. Залили, наверное, смысла нету. Кручу к моему какой-то мужик пришел. Я-то, кстати, думал и кручу, там все-таки какой-то белая рыба дофига. Ну ладно, что. Так, оп. Пойду вначале с 40-кой, что уж не буду отвязывать. Но потом обратно 48-ю поставлю. Все-таки. Так, ну что тут у нас? На какой глубине бобры живут? Нифига себе. На 4 метрах живут, блин. Глубоко. Такое озеро интересное. Там же камушки с той стороны, блин. То есть оно такое, как бы не торфяное, интересное. Кстати, ехать недалеко, и дороги достаточно хорошие, но единственное, зимой это тут заметает, конечно. Сюда по перволетку, наверное, по последнему льду, смотря сколько снега. Ну, либо вот так в начале весны, наверное, когда первое движение, наверное, идет воды. Ну, тогда... На своем озере половить можно. О, ветер какой-то. Ветер дует и сегодня. Елочки качает. Глубоко тут, 9. Марапетку еле видно, 48-ю. Рыбы. Рыбы не видать, ни выхолот, ни... Ну, ребят,
Ветерок, блин. Представляете, на просторах чего сейчас, блин. Ураганный ветер, блин. У меня уже тут бывает это как-то. Что-то не могу понять, как что-то такое стало твориться. Видите, не могу понять, что это такое. Ну, не было такой ерунды. Не, ну лед уже неделю, как бы, если будет потеплее, то тут уже, блин, с краешку-то можно как-нибудь, если через доски зайти, с того, где вот тень, там лед покрепче, вот тут половина, это уже все. С такой он тут тоже уже, блин. Так, ну не клюет, ребят, надо двигаться. Перешел, блин, поглубже, думаю, что там за рыба-то сразу такая, блин, и сразу что-то этот поддел, он не клюнул, блин, то есть он чуть выше стояла рыба, но я видел ее, кстати, не могу понять, что за ерунда, ну, может, какая-то мелочь, конечно, ну, что, сплошняком, что ли, то есть я первый спуск сделал и сразу увидел рыбу выше, и как бы на первом подбросе я ее поддел, блин, странно, конечно, блин. Марапетка, кстати, у меня такая же фигня была. Потом вот пришел, на листик там клюнул. Клюнул, ну вот и здесь. Блин, ребят, листик работает на этой глубине. Он, главное, я чувствую, играю. Но марапетка тоже работает, как бы. Блин, леска. О, какой маленький-то, ёпарасы-то. Какой маленький-то гад. Ну, давайте мы как бы собираем их, да? Значит, мелкий окунь, блин. Так, ну листик поняли, да, какой, который я предлагал тогда этот, что он нормально отработал на рыбинке, да, там на одной из луночек. То есть симметричный, двухкороночный у меня. По массе сейчас не скажу, как бы. Но не простой он, как бы, в изготовлении, естественно. Но прикольный, то есть он играет очень интересно. Вон там у нас он сыпется. Ну, вот рыбка вон какая-то одна, видно, там присутствует чуть-чуть. Вот эта вот блесна такая маленькая, вот там какие-то всплески есть. Мелкий окунь, походу, стоит. Странно, вот он поглубже, тут уже за 10. Был бы гад покрупнее. Там вот примерно такой же был, но все-таки чуть покрупнее. Фига себе, ребят, я увидел рыбу в пол воды. И это окунь, блин, прикиньте. Даже не пол воды, подо льдом, блин. Нифига себе. Прикол. То есть вот это вот 4,85, это от датчика. А глубина 12 метров. Вот это номер, блин. Нифига себе. Это что, везде рыба? Я причем опустил пол, ну, имеется в виду, довел до этой стаи. И, короче, имеется в виду, и нифига. А, короче, стал выше поднимать, думаю, что так долго ставят-то эту, проходит-то с мелочью. Короче, и бац, и над стаей, смотрю, рыба идет в блесне, блин. Прикиньте, офигеть. Глубина 12 метров, я ловлю, блин, в четырех, наверное, ото льда. Вот это интересно. Да, если сейчас пойдет, это, блин, будет здорово, ребят. И марапетка уже играет, блин, здорово. Посмотрите, этот спуск-то, блин. Ну да, 4 где-то, блин. Тут все кипит, посмотрите, вообще все, блин. Тут может вообще косяк рыбы стоять, блин. Я уж думал, белая, блин, думал, может, попробовать на мормышку или на сауку, блин. Но тут, возможно, это малек, блин. Блин, ребят, это окуни в пол воды стоят. Сейчас я думал, несколько штук осталось, но не в пол, я чуть спустил, конечно. И, короче, блин, их там пару штук всего, блин, но я их вот выдрочил его на тряску, блин. То есть они еще и брать не хотят. Интересно, блин. До этого, возможно, малек был. Но сейчас, конечно, подспустил вниз, блин, не так уж высоко ловлю, но, блин, того-то я поймал, блин. Рядышком. Блин, ребят, решил опять вымотать леску.
под лед поднял без всякого эхолота, блин. Не знаю, откуда они берутся здесь. В той лунке, где не поймал ничего. Не знаю, может просто этот спуск закрепить. Вот сколько он, блин. 4 метра, да, вот такая же главная. Просто пару раз дернул, блин, и все, и клюнула рыба, блин. Все, ребят, все потянулись к дому. И я как бы тоже. Солнышко выглянуло, лед сразу такой подожух. Но еще как бы держит, нормально все, ну. Тепло стало. Солнце все-таки греет, хоть и облака, но тут оно еще и вышло. Короче, видно, похуже стало все клевать. Поздновато я, конечно, тут понял, что... Ну, никак поздновато, много столько я мелочей не видел, так вот наверху. Вот я ее видел там у ручейка, где начинал. Поэтому я сейчас пойду через одну коряшку, где вот у нас щучка и окунь там клюнули, через березину. Мужики уйдут, если то... Я там у ручья тогда еще половлю чуть-чуть. Все-таки последняя рыбалочка. Торопиться чего. Да и как бы оттуда тоже с той стороны надо отходить. Здесь лед на порядок лучше. Солнце, конечно, везде сейчас уже попадает, но здесь он лучше. Хоть интересно просто, что здесь, что тут лед-то есть. Что тут здесь, хоть за глубина, хоть для... Это для этой, для статистики. Нам узнать, что тут вообще. Там-то тут глубоко везде. Так, посмотрим, что тут. Фух. Ну, нормальная глубина, как у нас там выставлено. 3,60.
рыбы особо никакой не видать. Рыбы не видать. Ну, 360 есть. Наверное, туда чуть недалеко-то. В серединку так, наверное, вот тут тоже, наверное, глубина. Но там-то, конечно, она глубже. Сколько мы там? Метров 13-14, наверное. Так, это что, рыба, что ли? Блин, рыба, ребят, какая-то. Всплеск вот это был небольшая. Стоит под блесной, мне кажется. А, не. А, вот-вот-вот идет. Видно? Вот она под блесну встает. Сейчас бы поклевали тут у машины, блин. Было бы весело. Но небольшой, возможно, окушок. Либо, конечно, белая какая-то. Так сразу. Ну вот, стоит под блесной, видно, да? Так, надо, короче, их это чуть-чуть подмотать. Поиграть чуть-чуть по-нормальному. Ну, давай, клюнь. Стайку бы, да, сейчас набить. Раз рыбка какая-то есть, давайте чуть-чуть, а. Ой. Чуть-чуть как бы половим. Так, удочки мешают, наверное, да. Так, надо что, рыбу, блин, высыпать. Да, рыба, конечно, смешная. Вот первый у нас этот желтый такой окунь, да? Такой он красивый, блин. Так, ну вот этих надо отпускать. Такие же мы тоже отпускали. Вот этого тоже. Давайте плывите, ребята. Так, ну а этих можно взять, бабуля, как раз на уху. Да, вот этот так красавец, конечно, самец. Ну вот эти там. Вот эту самочку еще отпустим одну. Пусть не рестится, молодая. Окуней рожает. Ну, они пошли. Ну все, а я, короче, луночку еще одну просверлю. Там, попробую все и сваливать. Что там? Были там старые лунки. Так.
ребят, рыбу одна не оторвать. Что-то крупное, блин. Я не знаю, что это такое. Может, лещ какой-то. То есть тут дно 4, блин. И у меня, короче, блесна. Вот это все либо косяк рыбы какой-то, либо очень крупное что-то. Поднимается с блесной. То есть мне вот до сих пор не оторвать рыбу одна. Такое, блин, я его, блин, запарился отрывать одна. Это либо крупный окунь, либо что-то, блин, здоровое. Вот смотрите, вот эта рыба стоит. Вот сейчас она спустится, то есть тут дна нету. Вот эта вот блесна наверху, вот я ее убрал, видно? Вот это две тоже какие-то рыбы, а внизу это рыба, блин, либо просто стая каких-то этих. Короче, сейчас надо пробовать, ребята, здесь это может, блин, и окунь килограммовый, блин. Ну вот она, посмотрите, она рассосалась, но, ребят, видите, я на морожку сейчас ловлю, его нету. То есть вот 3,86 уже. И вот рыба, кстати, выше стоит, блин. То есть это вот либо тут стайка реально какой-то, блин, мелкой рыбы, блин, либо какая-то крупная реальная рыба. Ха, видели? Слушайте, это мелочь. Вот это сейчас мелочь клевала, какая-то дернула. Ну, я тут так-то мелочь видел, но там, блин, не все ж мелочь. Что-то там вот, блин, не мелочь. И смысл такой мелочи, блин, идти с блесной. И почему она берет на тряску? Ну, мормышку все-таки, да, на мормышку все-таки дернула. Все-таки она шапарыша поела, попробовала, да? Ну, такая поклевка-то мелочушки какой-то. Ну, клюнь-то, ёпарь, хоть-то... Блин, ну вот, это, короче, как примерно и там мы ловили. То есть она вот за опарыши дергает, но это мелочь. Это никакие не килограммовые окуни, блин. Всех пару оставила. Давайте одного посадим. Одного как-нибудь так аккуратненько, чтобы она его попробовала, она его заглотить, блин. Через вот, наверное, вот как-нибудь, чтобы у нее чисто вот кончик торчал. Просто я уже не знаю, блин, хоть бы просто посмотреть, что это, блин. Но я видел же, там как бы была и мелкая рыба, я видел. Блин, больше этой частью там крупная была. Либо, ну, она там настолько плотной стаей шла, блин, что уже непонятно. О, видели на одного. Ну, говорю, какая-то, блин, шелупонь. Ну да, плотва. Бабулю возьмем тоже. Куча плотвы стоит. А я тут килограммового окуня выдрачиваю. Бляха ты муха. Думаю, ну как она не берет, а? Хотя на веле такая плотва, блин, на блесну вообще нормально клевала с опарышем. Так, ну все, ребята, уезжаем. Спасибо озеру, да, спасибо друзьям, что показали. Вымучивали, да, вечером. Здоровую рыбу оказалась стая плотвы. Ну, может, там, конечно, какая-нибудь еще рядом с мелкой была и здоровая, кто ее там знает. Ну, сомневаюсь, блин. Скорее всего, куча мелкой. Дождь пошел, ребят, прикиньте. Такой нормальный он дождик-то. Нехилый. Что такое лозит? Камера поехала.
Подъемчик, смотрите, какой хороший. Как они на этот... Ну и хорошая, тут видно грунтовочка такая. Понятно, что снежок тут есть. Что, ребята, на этих, на седанах он ездили. Тык-тык-тык. Ну не на летней резине просто. У нас такой колейный выброс. Это 10 километров. Да, чуть помягче дорожка стала. Тут песок, чё. Ребята-то чуть-чуть буксовали. Мы на заднем приводе. Ну, дождь пошел. Дождь-то, конечно, сейчас подубьет все. Ребята, вот другое озеро. Ну, тут понятно, тут река как бы. Ну, с той стороны может тоже, но там уже и заходы плохие, да? То есть тут как бы вот тут-то лед уже не держит нигде. И так оно как бы и далеко, да, размыло тут. Но это, наверное, вот сочетается, понятно, река-то в эту сторону промыла все конкретно. Но и там везде такое. Ну там-то, наверное, лед держит еще. Только что не попасть на него. Ну вот, ребята, оно. Но оно все черное, с заберегами, то есть большое озеро. Ну то есть там все, там никого не было сегодня. Нереально, слишком оно открытое. Лед уже там точно не держит. Чем вот и хороши закрытые лесом, блин, там все-таки нормально все. Ребят, ну что, заключение сниму. Как бы, что у нас получается? Финишная рыбалка, да, в сезоне, в зимнем сезоне 2020-2021. Закончили вот его на лесном озере, но новым для меня, да. Спасибо ребятам, да, из Акуловки за наводку. Ну, как бы больших окуней мы не поймали, да, ну, попали зато на лед, потому что лед уже везде под большим вопросом, да. Каких-то окуньков половили, щучка одна ушла, ну, штучки три окуней, наверное, ушло, да. Парочку маленьких отпустили, ну, вот и в ведре у нас там кое-что есть, может, бабулю возьму на уху, да. Рыбу еще сниму. В общем, ребят, чего? Всем спасибо, что были со мной в этом зимнем сезоне, да. Скоро, вернее не скоро, там уже сезон открытой воды уже в принципе начался. Будем ловить, да, по открытой воде. Всем желаю, ну, здоровья, удачи. Ну и ни хвоста, ни чешуи, да, по открытой воде. Ребят, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте колокольчик, да, чтобы не пропустить новое видео. И еще один момент, ребят. Кому нужны блесны, да, на следующий сезон, не стесняйтесь, заказывайте, ну, предварительные там заказы. То есть я сделаю, отложу, никаких ни денег, ничего не надо, как бы, то есть, чтобы потом не загружать себя, да, в сезон, когда и рыбу уже надо будет ловить, и блесны паять. В общем, заказывайте, чего надо, там подскажу, пишите там, хотите в YouTube, хотите в ВКонтакт, лучше, наверное, ВКонтакт, да, WhatsApp у кого есть. Все, ребят, всем ни хвоста, ни чешуи.